Шуше и Городизе обнаружены боеприпасы. В ходе совместных мероприятий сотрудников Шушинского районного отдела полиции и службы государственной безопасности и агентства по разминированию на территории города Шуша было обнаружено и передано по назначению 6 ракетных систем «Фагот», 5 реактивных противотанковых гранат «Муха», 1 пулемет, 1 гранатомет, 8 гранат, 110 снарядов различного типа, 3 автоматных магазина, 2712 патронов разного калибра и другие боеприпасы. Также на территории железнодорожной станции «Городиз» сотрудники Главного управления полиции на транспорте обнаружили 2 гранаты, 1 гранатомет, 1 автомат АК-74, 1496 патронов различного калибра, 1 радиостанцию марки Р-392, 2 ЧК-гранаты и 3 патронные обоймы.